Это ЕТВ. Здравствуйте. Сегодня у нас гость редкий, гость, я бы сказала, уникальный. Заведующая фониатрическим центром, врач-фониатор Осипова Мирослава Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Я вас тоже. Мирослава Сергеевна. И всех зрителей. Кто такой врач-фониатор? Мне всегда казалось, что это врач для избранных, для эксклюзивных профессий. О, нет. Певцы, творцы, музыканты. Вы знаете, что меня удивляет? Потому что, в общем-то, фониатрии 100 лет с лишним. И первая она появилась в Праге. И вот прошло столько лет, а в общем знания о ней все еще как-то не распространяются. Хотя с того момента, когда человечество пыталось заглянуть в гортань, а любопытных было очень много на этот счет, но и в 1826 году, по-моему, брат Полины Виардо наконец добился, изобрел зеркальце, вот это, с которым мы до сих пор работаем, вот, и заглянул в гортань. Но что удивительно, через 2-3 года наш врач-педиатр Раухсус в Москве, глядя в это зеркало на голосовые связки, определил опухоль щитовидной железы у девочки. Представляете, 4 года и 100 лет, и мы про фониатра пока знаем постольку поскольку, да? Хочу сказать, что врач-фониатор – это оториноларинголог, в народе лор. В народе лор, да. Да, в народе ухо, лор. Ухо, горло, нос. Ухо, горло, нос, лор, врач. Это наша основная специальность. Самая большая, самая… Вот она очень ёмкая, потому что мы, в общем-то, и очень творческая, потому что мы ведь находимся, так сказать, в поле сенсорных ощущений. И когда я слышала романс, это жестокий романс, помните, из тайкой наискосок уходят запахи и звуки, думаю, это пациенты отоларинголога. И запахи, и звуки, и звучание – это наше. Из этой области выделились сурдологи. Это кто? Сурдологи – это занимаются слухом. Аудиологи – это все туда же. Ринологи, которые занимаются носом. И фониатры, которые занимаются гортанью. Непосредственно голосом. Его звучанием, его формированием. Ну вот все, разве что связано с голосом. Важно заниматься серьезно своим голосом? Каким природа наградила, такое и есть. Нет. А если происходит? Происходит иногда ведь трагедии. У нас же был и человек, которому нечаянно отрезала вообще голову. Но ее в 24 больнице пришили, а потом мы занимались восстановлением волоса, лепили из того, что есть. А болезни, а острые болезни, а состояние после операции на сердце, когда ранится нерв возвратный и половина гортани не работает, это наши пациенты. Наши пациенты после удаления щитовидной железы, наши пациенты после инсультов, наши пациенты, ну я не знаю чего, да даже просто, вот вы простудились, а вам в эфир, да? Это самый такой. А актеры, а просто люди, а дети, которые наговаривают себе такие узелки, что уже становятся... Что такое наговаривают узелки? Ну что, кричат дети, у кричащих родителей кричащие дети. Где много в семье детей, они же разговаривают с другом на повышенных тонах. И таким образом они такие набивают себе мозолики. Там вот на сайте у меня есть, где у крикуна мозоль. Я уже была вынуждена это выложить, потому что вот такое происходит. Дома крик, в детском саду крик, потом школа немножко что их... Что с такими мозолями? Что делать? Лечить у фониатра. Лучок не приложишь, как да, на пятку нет, можно. Вот это как раз фониатор. Но я хочу сказать, что у нас ведь только комплексное лечение. Фониатор и фонопед. Вот фонопед – это педагог, логопед, закончивший дефектологический факультет, но специализирующийся именно конкретно по фонопедии, то есть работе со звуком. И только фонопед может снова вместе с врачом, мы только в связке работаем, вот, может восстановить этот голос, и дети ходят под... Да у нас много, очень много всяческой патологии, которая вам даже как бы... И вот я смотрю на предыдущих телеведущих, да, я вот вижу, у кого какой голос. И заметьте, у кого голос поставленный, его слушают.
А сейчас профессий, связанных с голосом, все больше и больше. У нас не было пациента-врачей. У нас сейчас пациенты, врачи. У нашего голос поставленный. Который, у него претензии хорошо. У вас к нему есть? Он говорит мягко. Он говорит хорошо. Поэтому у него... Вкрадчиво. Да, мне очень нравится. Он не повышает голоса. Он не кричит, он не эмоционирует. Чаще всего голос теряют люди, которые связаны все-таки с эмоциями. Это и педагоги, ведущие. Больше всего педагогов. Конечно, он круглые сутки. Надо сказать, что больше всего педагогов. И слава богу, теперь они имеют информацию, и они идут именно по назначению к фониатру. Вот. Врачи-отоларингологи тоже не всегда, но должны направлять к фониатру специалистов, которые работают с голосом, должны оказаться у специалиста, который этим занимается. У нас еще есть областной, в областной больнице есть тоже фониатрический кабинет, замечательный врач, там Бочерикова Елена Александровна. Вот мы вдвоем, я город и детей области и города. Вот Елена Александровна работает, в общем, в областной больнице. С какими симптомами больницами. Нужно идти к фониатру? Ты сам можешь их диагностировать, конечно, и понять, что нужно к фониатру? Нет, ну это конечно. Как? Что? Ну, конечно, ну нет голоса. Назальность появилась. Тоже, понимаете, у нас же ведь комплекс. Голос, вот, понимаете, голос, он настолько индивидуальный. Он по голосу сейчас идет как идентификация. Его пытаются сейчас вообще в банк ввести. Нет, как отпечатки пальцев. А-а-а. Он не повторим. И вот когда я училась в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, тогда еще был, тогда работали с Институтом космических исследований, где по интонационному рисунку голоса определялось здоровье космонавтов. Понимаете? Ну, вот вы по голосу. Вот мне всегда говорят, как? Вот смотрите, вам звонят. Вы по голосу определяете? Звонит. Молодой, пожилой ребенок, конечно, да? Вы определяете настроение человека и говорите, почему ты такой грустный, да? Потом, любое состояние, голос сразу же вам объект. Голос начальника отличается от голоса подчиненного? Разумеется. Все. А можно выработать в себе начальственный голос? Конечно, для этого вот они ходят на постановку голоса к фонопеду. Сейчас очень много стали обращаться именно из политики. Стали приходить менеджеры, чиновники. С каким запросом они хотят всего приходят, хотят иметь голос, который доходит. Я вам так скажу, что когда вы только начинаете говорить, ваш голос, это же волны, они рассасываются. И до слушателя-то доходит 10% только. Да, но если вы хотите слушателям, вот вы же видели драматических актеров, они шепотом достают до последнего ряда, потому что у них поставленный голос, они им владеют. Он может говорить тихо, но он дойдет куда угодно. А чаще, например, вот я сейчас расходую его неправильно, да? Я напрягаю, потому что у меня немножечко переболело. Вот. А на самом деле, конечно, говорить нужно мягко, душой. И если вы заметили, в европейских странах, кроме Италии, все говорят мягко, душевно. И кроме Германии. Да, там тоже. Понимаете, а в основном они говорят спокойно. И я когда говорю, поговорите душой, поговорите мягко, душевно. Мы стараемся, вот как и я сейчас, все, да? Я правильно понимаю, что лечение фониатрическое – это больше тренировка? Нет. Это не медикаментозное решение? Нет, ну что вы, спасибо Боже. Конечно, это медикаментозное, обязательно. Для чего же мы тогда врачи, понимаете? Люди-то приходят с различным, так сказать, началом заболевания, понимаете? Это может быть воспаление, это может быть хроническое воспаление, это могут быть опухоли, отеки голосовых связок. Вот сейчас, например, много приходит из-за пользования аэрозолем. Вот недавно у меня случай тут с одной звездой был, когда Тантум Верде вызвал, это из-за 2 часа до концерта звезда не могла выйти на сцену, потому что случился отек. А уж каждый день, сколько я там вижу,
приходят с последствиями. Я не знаю, может, меня эти... Но со звездами... Фарминдустрия будет обижена. Но я всегда говорю, дайте вообще вот поболеть людям по-деревенски, хорошо так, без упора. Вот. А потом уже, вот если 3-4 дня нет голоса, то, пожалуйста, если вы профессионал голоса, идите к профессионалу, который вас будет лечить. Профессионал. Со звездами это в основном скорая помощь, правильно? Ой, ну со звездами, да, это скорая помощь, это вот... Такая. Это вот в Екатеринбург они приехали, перенервничал. После вчерашнего. Перепил, не доел после вчерашнего. Да. Прибегают к вам за 2 часа до концерта, говорят, это возможно что-то сделать за пару часов до концерта? Ну вот я тот случай, о котором вам рассказываю. Это пролонгированный эффект или вот на несколько часов? Нет, это на несколько часов. Есть просто буквально 30 минут, 30 минут, 30 минут. Потом дальше уже можно будет лечиться. Вы прямо с ними на выступление едете? А как? Ну да, тут приходится так быть, потому что это скорая помощь, это именно нужно. Каждые полчаса контролируете? Ну, кому-то полчаса, кого-то... Все зависит от состояния. Вот я вам про этот случай рассказала. Он был за 2 часа, концерт отменялся. Понимаете? Вот кто спасает все наши Когда концерты. Я пришла, и артист говорит, я не могу сказать даже «здравствуйте». Представляете, мое нервное состояние. 2 часа остается до концерта. Это же публика, это, ну, там всякие эти заморочки. Насколько фониатры должны быть еще психологами? Это главное. Вот, знаете, честно скажу, за эти годы, ну, я, естественно, и литературу, и на курсы ходила, да, потому что психология у фониатра – это, можно сказать, ведущее звено. Нет, ясно, что каждый врач должен быть психологом. Нет, вот я хочу коснуться такой интересной. Я вот делала этот доклад на Европейском конгрессе, который проходил в Москве, который, кстати, выяснил, что у нас фониатров 90. Во всей России всего 90 фониатров? Да, от Владивостока до... Вернее, от Калининграда до Владивостока у нас 90. Но... 70% из них находятся... Это специально сделали выборку для конгресса, который мы пригласили европейцев. Вот. И оказалось, 70% из них в Москве. Остальные это вот так рассосали. Но а центров-то городских вообще 3 всего. И в Москве, в Питере как у нас? Как центров? Нет, это... Екатеринбург, спасибо огромное за создание этого центра. Это был тогда гордравотдел, был 87-й год, поступил приказ об улучшении отоларингологической помощи, и был создан вот этот вот центр. И приютились мы на базе ЦГКБ номер 1, который тоже бесконечно благодарна, потому что мы на территории, ну, мы уже так слились, что там вообще мы уже так все... Это все едино. Вот. Ну, что мы еще рассказать? Что еще здесь про психологию понятно? Потому что вот, когда я сказала, что делала... Значит, что происходит? Дети теряют голос. Совершенно. Потому что много кричат? Нет. Почему? Дети замолкают. Ну, которые кричат, это дети, которые шантажируют родителей, чтобы у них выпросить там. Сначала они их шантажируют, кричат, им надо собачку. Им купили собачку, они все равно молчат. А потом им купили уже альбом, они все равно молчат, потому что зафиксировался патологический сигнал в коре головного мозга. И все. Значит, начинаются походы к терапевту. Ребенка нет голоса. Давайте поделаем. Неврологу. Не, какой там невролог. Давайте поделаем, попейте антибиотики, ложите. Ко мне приходите через 6 месяцев, которые прошли капельницы. А через 15 минут она нам читала поэму «Кому на Руси жить хорошо». Что можно сделать а ребенком почему? За 15 Потому минут? Что ребенка не выбрали Снегурочкой. Ребенок замолчал. А еще лучше, когда учительница сказала ребенку: так, иди сипата и молчи. И ребенок замолчал. То есть вы собираете предварительный какой-то анамнез психологический? Ой, да, конечно, они... Вот профессионал, он знает как. Вот зашел, и я уже знаю. И сразу говорю, так, не разговариваем, чтобы... А дальше мы выясняем причину, почему. Много. Вы знаете, один раз пришлось даже вызывать родителей. Девочка из училища была, потому что там, так сказать, все клонилось к суициду.
И голоса у нее не было, потому что она уже себя голос отвергла. Голос как сигнал о психологическом нестабильном состоянии. Голос, сигнал вообще, я вам хочу сказать, что вот удивительно, но гортань расскажет очень о многом, когда я, вот я говорю. Посмотрите, через гортань, вот, ну только я выяснила, туберкулез. Через гортань рак легкого, это все верхушек. Вот, слева порезы, когда одна связка не до... Смотришь, связочка не дотягивает. А ну, никто же не смотрит все. Ну, голос и голос. Ну, окрепший, окрепший. Ну, ничего, да? А когда смотришь, вот я даже рассказала про этого педиатра, который еще далекий 1800 году определил опухоль. А ты видишь по движению вот голосовых складок, что происходит. И так у меня произошло. Значит, пришла женщина, здоровая. Я говорю, слушайте, надо посмотреть легкие. Она говорит, при чем здесь легкие? Мирослава Сергеевна, вы что, я спортсменка, я лыжница, какие легкие? И приходит и говорит, Мирослава Сергеевна, у меня туберкулез нашли на верхушке легкого. Мы междисциплинарно еще, понимаете, мы с неврологами завязаны, с эндокринологами, с гастроэнтерологами. Вот сейчас, например, болезнь века, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, она отражается. И вот недавно у меня было опять с актерами, и я вижу, что тут не воспаление, а заброс кислоты. Вот, то есть мы и гастроэнтерологов задействуют, у нас и хирурги, и пульмону. Давайте мы расскажем, что это за рефлюкс. Я понимаю, что это когда некий клапан не срабатывает, пища идет, кислота идет наверх. Сейчас, по-моему... Даже до воспаления легких может довести, по-моему, если вот туда забросить. Сейчас только, вот, как говорится, ленивый не знает об этом, но мы видим это, понимаете? Чем отличается? Я зеркалом смотрю, или ларинга, и видно, прям такая красная. Ну, это уже анатомические такие тонкости. Но вот видно, как я говорю, все, на фиброгастроскопию можно не ходить. Что такое уставший голос? Есть ли такой диагноз? Голос устал. Да, конечно. Нет, ну а как, если вы будете долго-долго говорить? Как это мышцы, проявляется? Связки мышцы, что? Мышцы. Нет. Забиваются, как при физических нагрузках или что? Нет? Конечно, нет. Значит, связки, что происходит? Представляете, вот они, особенно если неправильно поставлен голос, то вы напрягаете их. Вот я могу говорить без напряжения связок. А я могу сейчас говорить с напряжением связок. И если я так день поговорю, начнется просто усталость. И связочки чуть разомкнутся, и к концу рабочего дня... Ну, достаточно просто поспать и восстановиться? Вот так это... Достаточно поспать и восстановиться? Да, да, да. Некоторым, да. Ну, там есть у нас еще специальные упражнения для расслабления гортани после длительных разговоров. Важно еще делать перерывы. Вот в школе, вот что, в чем педагоги, да, они вот проговорили урок, выходят и продолжают. У них телефон... В учительском крик на детей. Что-нибудь. Кстати, а врачи, как в ординаторской, мы же все громко говорим. Я иногда говорю, фониатор. Я говорю, так чего кричим-то? Чего кричим? Важно давать связкам отдыхать. Обязательно. Увлажнять, отдыхать. Чем увлажнять? Это... Стоп. Водичка. Теплой водичкой? Кто какой любит. Абсолютно здесь нет... такого, что вот вам нельзя холодное, вот я тоже против этого борюсь. Что значит нельзя холодное? Что надо закалять? Вообще все, так сказать, горло. Связки же они не отдельные. Они же связаны со всеми нашими органами. Вот если человек тонзиллит, у него тоже не будет долго хорошего голоса. Ну, какое-то время будет, но чуть что инфекция опускает. Ой, там, ну, там вот все, нос, постназальный затек, например. Вот, он же тоже, понимаете, вот, мешает голосу. Вот эти известные способы, если тебе нужно выступать через какое-то время, коньячку с сырым яйцом дерябнуть. Ой, я вас умоляю. Этот вопрос, наверное, 100 лет уже всех волнует. Поставьте, наконец-то, точку в этом вопросе. Нет. Нельзя? Ну, нет. Какое сырое яйцо с сальмонеллезом, что ли? Ну, и сейчас же не все яйца с сальмонеллой, вернее. Ага, вы точно знаете, что нет? Нет. А коньячок, как я всегда, когда меня спрашивают, а если это? Я говорю, нет, это шикарно, я видела, как принимают. Но тогда самому человеку кажется, что он такой
он так поет, это же кора головного мозга отключает. Все. И только ему кажется, что он лучше поет. А в его собственном восприятии своего голоса. Лучше все-таки на трезвую голову, да. Он воспринимает свой голос. Ну, как мы все же, когда выпьем, такие смелые вообще так. Питание, продукты, которые мы потребляем, влияет как-то на связки? Или напрямую нет зависимости? Напрямую, как вам сказать? Ну нет, если у вас гастроэзофагальный рефлюкс, вы начнете кушать жирное, соленое, там острятину, ночью запрокинетесь на подушку головой вниз, то, конечно, у вас произойдет заброс, да? А сейчас вообще предпочитают при этом гастроэзофагальном рефлюксе, пришли к такому выводу, что просто нужен уход и нужна минеральная вода, и средиземноморская диета. Это какая? Ну, это овощи, да. Конечно, он будет защелочать все-таки как-то. Так очень много сейчас. И у детей, главное, он есть, этот гастроэзофагальный рефлюкс. Прям смотришь, дети, удивляешься. Вот. Ну, в общем, очень много у нас связано. А со слухом? А что со слухом? Если человек не слышит, он не слышит свой голос, внутренний слух. У него меняется голос, начинает кричать. Но вообще тот голос, который слышите вы, и тот, который я слышу это внутри себя, голоса. Это два разных голоса. Абсолютно. Люди да. слышат иногда Почему себя. Почему я и говорю, что вот когда, чтобы донести, то, чтобы вот это вот не рассасывалось, и проводится вот эта постановка голоса. То есть вот он настоящий посыл. Настоящий тот, который мы внутри себя слышим, правильно? Ну, не совсем так. Ну как, для вас он настоящий. А для меня настоящий, который я вас слышу. Я же вам говорю, что интонационно голос вообще поменять практически невозможно, как отпечаток пальца. Это уже вот все. Я же говорю, хотят уже вводить в систему не отпечатки пальца, а звучание голоса. Есть какие-то... И даже я говорю хриплым, все равно будет понятно, что это мой интонационный рисунок голоса. Ничей другой. Есть какие-то домашние методы лечения голоса или профилактики? Профилактика – это, конечно, закал для. Видите, тут для всех все по-разному. Ну, для тех же самых педагогов, например. Для профессионалов голоса профилактика – это постановка голоса. И я в этом за много лет убедилась. И мы 20 лет добивались, чтобы в пединституте вести лекции, и фонопед занимался по постановке. Но не добились же? Добились. Добились? Добились. Кто пришел на это занятие? 3 человека. Прекратили это делать. Вот ездить из-за 3 человек, читать лекцию, понимаете, не было уже смысла. Вот. А потом, первое же, когда они сталкиваются с практикой в пионерском лагере, вот тут осенью ты ждешь приток уже. Как сейчас приток снегурочек начнется. У нас очень посезонно все. Вы заведуете целым фониатрическим центром. Какие еще... специалисты, кроме фониатра и фонопеда, там работают? Нет, пока никаких. У нас было 2 фонопеда, сейчас, правда, одна ушла в декрет, который фонопед. Фонопед – это больше психолог. Логопед? Это логопед, но занимающимся звуком. Не картавостью, сопелявостью, а вот именно подачей голоса, звука. Вот особенно важно, когда случается вот этот парез послеоперационный, да? А человек-педагог, ему надо продолжать свой... Ведь очень много связано, что нужно продолжить трудовую деятельность, да? А он, у него все связка, человек в нерабочем состоянии. Вот тогда, конечно, приходится очень, очень, очень здорово фонопеду и нам потрудиться, потому что мы-то стимулируем, значит, здесь может лекарств, ну, в общем, там... Ну, с какими еще врачами, с какими специальностями вы в связке чаще всего работаете? С эндокринологами. Угу. Эндокринологами, потому что сами понимаете, что пубертатный период – это эндокринология. Ну, то есть слушайте, а можно мутация. Что-то вот в этот пубертатный период с мальчиками сделать, чтобы они не потеряли, ну, вот как известный педагогам. Случай? Нет, мы пишем педагогам просьбу, чтобы ребенок, ему нельзя запрещать петь. Но его нужно провести, чтобы он пел в своей тесситуре. Вот почему фониатром должен быть человек, который разбирается и в музыке, и в литературе. Все говорят, вот фониатром как, да? Ну, вот раньше вообще был отбор очень жесткий. Ты должен был быть, уметь общаться, закончить, иметь музыкальное образование. Потому что когда приходит к тебе оперный певец, он говорит, я пою партию вот такую, да? Начинает изъясняться должен... терминами. Да. Да. Или он приходит тенор, или баритон, или бас. Ты, извините, это разное лечение. Это по-разному восприятие. Вот.
Ну, вот такие вот, поэтому связаны с очень многими профессиями. Ну, в смысле, так сказать, в своем кругу. Ну, больше психологи. Ну, хирурги – это потому, что мы после них, значит, восстанавливаем это сейчас. Сейчас же, видите, стали очень много оперировать на сердце. А там нерв, его же не видно, он ранит, может раниться. После интубации, после травм, ну, в общем, чего я буду пугать? Много ли людей, да, много ли людей? Дети, это наша особая забота, это все стало очень много детей. Гораздо больше, чем в последние годы? Да, чем вот прошлые годы, да, прямо вот такой, знаете, наплыв детей. Вам спасибо большое, вы прям вот, знаете, как будто какую-то дверцу приоткрыли, мы мало что знали о фониатрах. Я уверена, что многие наши зрители даже думали о том, что это кто-то, это музыкальная какая-то специальность. Ну, вот что хочу сказать. Нет, не музыкальная. Нет, это врач отоларинголог. И лор, что еще, как сказали, ухо-горло-нос? Ухо-горло-нос. В народе. Вот, и вот это четко надо помнить, и особенно людям, а сейчас профессионалов голоса очень много. Сейчас же голос как инструмент зарабатывания денег в конце-то концов. Мирослава Сергеевна, спасибо вам большое. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Мы с вами прощаемся. Всего вам хорошего. Спасибо.